Thank you.
за 10 лет ничего не поменялось. Все как было, так и есть. Все на своих местах. Детский садик, погреба, и гаражи, и лужи. Телефон забрали, переделывают. Детский садик «Белочка». Очень много русских машин или японских. Два варианта. Либо русские, либо японские. Собственно, за Уралом везде так. И мы выходим к пивному ларьку, который тоже на своем месте. Спальный район Хрущевки. Пятиэтажки. Когда-то это было очень хорошее жилье. Панельные Хрущевки. Что, вполне нормально жилье. Промерзает маленько, правда. Ничего, утепляют люди, снаружи утепляют.
Миников. Здесь пиво берут, вот тут его пьют. Удобно. Мороженое. Тоже. Лет 15 стоит здесь точно. Все на своих местах. Даже плитку, которую положили 10 лет назад. И даже никто не ремонтировал. Плитка — это очень хороший материал. Покрытие. Кафе «Цыплят от бока» из Бербера. Это остановка Фабричная. Потому что здесь где-то улица Фабричная, вот где фабрика, я так и не понял. И какая фабрика? Проспект Ленина. Машин мало, день, все на работе. Среда. Какое сегодня число? 30 мая. Кстати, очень тепло, жарко. Вчера было тоже вполне тепло. Ливень прошел небольшой. А до этого шел снег. И кто-то потерял варежку. Областной центр детского технического творчества. Станция юных техников. Очень классная штука. Но я ходил не в эту, ходил в другую. Закладывают очень мощные основы. Посередине на дороге разделительная полоса для проезда спецтехники и чиновников. На эту полосу никто не должен заезжать. На ней сейчас стоит полицейская машина. Два полицейских смотрят для того, чтобы, во-первых, никто не разворачивался не в положенном месте и вообще не заезжали на эту полосу. Бывает, пробки объезжают, но в данном случае я вот сейчас не вижу ни пробок, ни машин. Так что просто стоят. Просто стоят. Периодически объявления, сдам в аренду, продам. На первых этажах, да и не только. Я бы сказал, что не супер-пупер здесь востребовано как-то. В общем, все как было, так и есть. Ничего, живет. Все живет. Универсам кошка. Ремонт ключей там, где и был всегда. Керамическая плитка, где и была всегда. Салон красоты, где и был всегда. И Silver Food.
скоро тоже уже лет 15 на одном и том же месте. Стабильность. Стабильно. Только ночью 50% на все. Здорово. Фотографии. Телефонная станция Ростелеком. Ростелеком. Кафе. Ну, там внизу раньше, по-моему, был магазинчик какой-то. Я не помню. Ну, Пионерский бульвар. Красота. 35-я маршрутка идет на Южный. Я на ней раньше ездил частенько. Жил на Октябрьском, бабушка жила на Южном. Садишься на маршрутку. Сколько она там раньше стоила? Рублей 8. Сейчас 17 рублей. Заплатил и едешь. Минут 40-50. Подорожники везде. И мороженое. Thank you.